Вокруг планеты. На Международной космической станции сняли ускоренное видео полета над Землей на высоте 400 километров. Станция за полминуты переносится из Южной Америки в Европу. Зрелищные кадры в своем инстаграме выложил Сергей Рязанский. Летчик-космонавт рассказал о деталях полета. Яркие вспышки, которые видны на поверхности Земли, это грозы. Само видео составлено из множества фотографий, поставленных в ряд.